Йоу, what's up, homies? Добро пожаловать на новый выпуск перестройки в NBA 2K20. Сегодня у нас моя любимая команда Toronto Raptors. Но сегодня у нас подвох. Подвох у нас почему? Потому что мы сейчас будем перестраивать Toronto Raptors с начала 2000-х. Винс Картер и Трейси Макгрейди никогда, в принципе, у них не было шанса особо выиграть чемпионство, потому что Тимак ушел в Орландо. Зачем ты это сделал? Я думаю, если бы он не ушел, Торонто Рэптерс намного раньше выиграли бы чемпионство. Поэтому сейчас я хочу поискать ростер на 2000 год. Давайте search content name. 2000s. Окей, давайте посмотрим. Этот ростер, посмотрим, что у нас... Для меня самое важное сейчас найти правильный ростер. И да, у нас сегодня уже день 22 перестройки. Йоу, мы уже заходим далековато. И мы уже на финишной прямой. Так что ставь лайк, давай 1000 лайков за это видео мы попробуем брать. И посмотрим, что у нас получится. Так, load draft class. Так, если у нас сезон 2000-2001, значит, historic draft class у нас должен быть 2001 года, правильно? Ростер, Винс Картер. Тут херовый ростер. Тут Крис Бош 2003 был задрафтован. Окей. Тут, в общем, все 2000-е. Окей, домой тогда. Exit, сейчас надо поискать тогда ростер, который именно подходит мне. Может, они будут не сильно, конечно, точные. Аллен Айверсон, Джордж Линч, Эрик Сноу, Тайрон Хилл, окей. Рэй Аллен, это получается, что у нас? Милоки Бакс, правильно. Марк Прайс. Винс Картер, Трейси Макгрейди. Окей, окей. Макзи Бокс. Окей, да, это тот состав. Дел Карри, Батяня Стефа. Окей. Сейв ростер. И давайте сделаем new файл. Планы на ретро-перестройку у меня только на две команды. Это Торонто Рэпторс. И это Оклахома Сити Thunder 2011 года. В принципе, или даже 2012. И больше я, в принципе, не собираюсь искать. В принципе, я больше не собираюсь делать ретро-перестройки. Все остальные перестройки будут с новыми составами, короче. Current NBA Teams. Начинаем наш сезон. Так, покажите мне Raptors. Raptors. Окей. Так, All User Teams. И 2000-2000, получается, драфт надо быть, правильно? Потому что 99-й год начало, да. Lot Draft Class. И Historic Draft Class 2000 год. Также хочу вам сказать, что подключайтесь сегодня на стрим. Сегодня у нас стрим будет с моим хорошим другом, ютубером Skyhook. Так что подключайтесь на стримчанский. Итак, йоу. Давайте, покажите нам состав. Винс Картер, Трейси Макгрейди, Дак Кристи. Я, конечно, не всех игроков буду знать с этой эры, так что вы меня простите. Дел Карри, Антонио Дэвис, Чарльз Окли, Кевин Уильямс, Алвин Уильямс, Майкл Стюарт, Эрл Бойкинс. Йо, Эрл Бойкинс тогда играл, нихера себе. Ди Браун, Джон Томас, Джордж Стефан. Такой вот у нас состав, и в принципе здесь, ну, вы все знаете, что в принципе какой-то хера в New Orleans Pelicans никого нет, но, потому что New Orleans Pelicans тогда не существовали, тогда было меньше команд в ту эпоху. Реджи Миллер в Индиане Пейсерс, Чонси в Денвере, Бруклин Нетс, когда были Нью-Джерси Нетс, в принципе, были неплохие, Даллас Маврикс с Дирком и Стивом Нэшем вместе, вот это будет опасная команда. Еще и Майкл Финли. Да, Лос-Анджелес Лейкерс с Шакилом и Фроби. Глен Райс тут же был. Ламар Одом. Джим Джексон, аналитик на Fox Sport на данный момент. И вместе с Дикембе Мутомбо. Дикембе Мутомбо. Но ему 33. Окей. Ник Андерсон, ему 33. Джон Уоллес, Грен Райс, нет. Бен Уоллес и Бо Аутлоу. Деннис Родман, которому 38 тут, и он играет за Даллас, Шон Брэдли. Керри, тоже шутингард Керри Киттлс, мне не надо сейчас Керри Киттлс. Антонио Дэниелс, то же самое. Фак. Херси Хокинс и Джон Старкс. Опять же, мне не надо центровые. В принципе, Бен Уоллес и Бо Аутлоу, в принципе, выглядят неплохо. Ди Браун и Дак Кристи на них. Бен Уоллес чисто будет нашим рим-протектором, так что давайте Бен Уоллеса в Орландо Мэджик.
И в принципе, да, окей. У нас, в принципе, у нас есть Буч Картер, Offense F и D плюс. What the fuck? No, 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 no. Став. Да, мой. Не, не Эдди став, а домой. А в принципе, став весь доступен, так что не кнёрз. Брат, иди сюда. Так, тренер у нас B плюс, окей, пойдет. Ассистент коуч, пофиг. Так, тебя фаер тоже. Мне надо хороший хед скаут. И Винс Картер будет разносить. Окей. Ник Нерс наш тренер. Очень-очень подходит. Макси Боукс, Трейси Макгреди, Винс Картер, Бо Аутлоу и Бен Уоллес на стартовой пятерке. Дел Карри, Антонио Дэвис, Алвин Уильямс и Чарльз Окли у нас выходят со скамейки. В принципе, я рад. Если бы мне сказали, что такая команда была в 90-х, я бы ставил вас на вышке, короче, всего. Мне интересно, выиграем мы или нет, потому что команд очень хороших много в этом составе. Да, тут целый рекап старый еще, зарплаты старые. И, короче, да, у нас просто миллион долларов, миллион алых роз. Так что погнали в сезон. Я думаю, в принципе, пока что мы оставим все как есть, а там дальше посмотрим. Simulate True Date, let's go. Йоу, заканчиваем мы первый сезон. 54, в принципе, 54 победы, я думаю, 56 будет, нет? Покажите мне, пожалуйста, 56 побед в первом сезоне, отлично. Шакил О'Нил у нас MVP. 29 и 16. Биг Шак. Бантиго Каммингс у нас новичок года. Дел Карри лучше шестой. That's my boy. Шакил О'Нил Defensive Player of the Year. Most improved Шакил О'Нил, what the fuck. Рэнди Тамджанович. Тренер года. Винс Картер у нас в LNB First Team. Мы вторые сильные. Майами Хит первое. Окей. Давайте посмотрим, что у нас по season stats. Player stats. Винс Картер жил такой 30-ик. 6 подборов, 7 ассистов. Трейси Макгреди 21. Дел Карри 20-ку. Боукс 8. Антонио Дэвис 8. Бо Аутлоу 7,5. Бен Уоллес, что по блокам, полтора блока. Ну что это, брат, братан, можно было покруче, если честно. Окей, симулируем первый раунд против Бруклин Нетс. Давайте посмотрим, кто там Бруклина. Йоу, покажите мне Бруклин Нетс. Нетс from Бруклин. Стефан Марбери. Ронни Сьякали. Керри Киттлс, Киф Ван Хорн, Кендалл Гилл, Бак Уильямс. В общем, главная звезда у них это Стефан Марбери. Окей. Симулируем раунд против Бруклин Нетс. Покажите мне, что мы сможем с ними сделать, пока мы... Фак, не... хотел сказать, пока уверенно начали, что-то ни хера... у нас ни хера не пошло. Камон. 3-1, окей, найс. Первый раунд, заканчиваем. Йо, Майами Хит сильная. Это у них, походу, этот... Алонзо Морнинг? Алонзо... Утро. Окей. Лейкерс. Третья сенная, но Шаки все равно VP. Окей. Окей, игра. Второй раунд у нас против Вашингтон Визардс. Кстати, надо было посмотреть, кто Вашингтон Визардс играет. Вашингтон. Покажите мне, что за Вашингтон бегает. Майкл Джордан. Но не 91 это был. Вы меня простите, конечно. Но Майкл Джордан не был тогда рейтингом 99. Ну, если... Ну, эта команда страшная, потому что Рип Хэмилтон, Род Стрит... Рок Стрит, он был вообще дикий. Кайри до Кайри. Джуан Хауард, Мит Ричмонд, йоу. Йоу, парни. Нам жопа тут, потому что тут Майк. Но мы выиграли первую руку, камон. Винс Картер, камон, затащи Майка. Щит. Ееее, Майкла Джордана мы выбили. Ну, Майкл, да, Майкл Джордан 29 минут, 8 очков, окей. Хоть сделали более-менее реалистично, в том плане, что Майкл Джордан, короче, не тащил по-жесткому. Я рам против Майами Хит, и Майами Хит пока всех разносит. Блин, нифига себе, что Майами Хит вы сделали с собой? Покажите мне состав Майами Хит 2000-х. Алонзо Морнинг, Джамал Машберн, Тим Хардуэй. Я понял, я так и думал. Марк Стрикленд тут в этот раз, окей. Окей, парни, давайте выиграем Майами. 1-1, камон, выиграли на выезде. Проиграли дома. Две игры дома проиграли. Офигеть. Логика. Опять мы в финале конференции проиграем. Они в реальной жизни проиграли Филадельфии, но это было в следующем году, в 2001. Фак. Нет, это не было в 2001. Или было в 2001. Это было в 2002. 2001. Фак. Я путаюсь время. Тим Хардуэй, MVP финала. И выиграли не Хьюстон Рокетс. Окей. Отряд драфта, мне на него пофиг абсолютно. Кендин Мартин идет у нас в Бруклин Нетс. Лесли Фелдер у нас идет в Кливленд. Майкл Ред в Пеликанс. Им надо.
Булл забирает Хидо Тургаглу. Джамал Крофорд идет в Миннесоту, окей. У нас дохера денег. В принципе, 36-летний Майкл Джордан доступен. Но мы можем, в принципе, подписать Рэя. Можем подписать Чонти. Я хочу подписать Чонти. В первую очередь. Ну тут надо Майклу предлагать контракт, как бы. Так, Трейси Макгрейди согласен, окей. Бен Уоллес не хочет с нами оставаться, вот скотина. Чонти Биллапс в Лейкерс, Майкл Джордан в Юта Джаз. Иронично довольно. Но Рэй ушел в Бостон Селтикс. Fuck you, Рэй Аллен. Реджи Миллер. Реджи Миллеру только 25. Ага. Не, не подписали мы Реджи Миллера, потому что он остался в Индиане. Как... Не, Стивену Джексон. Стивен Джексон был новичком. Тогда. Ну, не новичком, ну, типа, он не был старым. Не базарь, окей. Тут года неправильно. Так, окей, Рон Артест. Давайте Рон Артест тогда херячил. Хот-Род Уильямс шел в Мемфис, Рон Артест шел в Сан-Антонио. Та ёпта, с нами никто контракт не подписывает. Никто не хочет быть в Торонто? Еее, Джермейн Нанил, иди сюда, дядя. Фак е. Дэймон Джонс подписал контракт, окей. Бля, мы не подписали. Фак, они все ушли. Не гони, дядя. Ну зачем такое делать со мной, дядя? Блин, я хотел Джермейна подписать. Вообще тупо никто к нам не хочет. Деннис Родман зато есть, офигеть. Давайте Денниса подпишем. Деннис, иди сюда, Деннис. Давайте Кори Магетти. Я хочу молодняков. Ну окей. Йоу, Кори Магетти подписал контракт. И они, конечно же, мячнули контракт. И Деннис Родман ушел в Вашингтон. Что со мной не так? Айзею Радера мы не можем подписать. Лафонсо Дэвис подписал контракт. Шон Стивенсон, давайте. Да Шон Стивенсон задал, разносил свое время. Давайте Белую Мамбу подпишем. Брайан Скалабрини, камон. Окей, Брайан Скалабрини подписал с нами контракт, супер. Окей, фри эдженси закончилась, и в принципе все это очень печально произошло. Потому что мы тупо никого не смогли подписать нормального. Офигеть, это, наверное, самый ужасный free agents, который я видел. Ну, в принципе, довольно реалистично, потому что в те года никто не хотел идти в Торонто Рэпторс, потому что Винс был единственный, который, типа, тащил эту команду. Людям не нравилось жить в Канаде на тот период времени, из-за того, что они хотели жить в Штатах. И, типа, Ванкувер Гризлис на тот момент существовали, но они переехали в Мемфис тупо из-за того, что игроки не хотели находиться в Канаде, типа. Окей, Untapped Potential у нас 2 доступно. Давайте. Фак, теперь надо будет придумать что-то, чтобы менять игроков. Камон, Стив Нэш, ты хочешь в Канаду вернуться или нет? Fuck you. Макзи Бокс. А кого же еще можно было закинуть? Дел? Нет. Окей, fuck you, не хотите вы, блин, Стива Нэша мне давать. Окей, Стефан Марбери, ему тут 23. Что вы хотите за Стефана? Макзи Бокс и Чарльз Окли за Стефана Марбери, йоу. Макзи Бокс, я тебя люблю, но, блин, смотри, какой трейд у нас тут. Макзи и Чарльз Окли на Стефана Марбери, еп. Я согласен на такой трейд, давайте мне Стефана Марбери в команду. Супер! Алан Уильямс со скамейки, Стефан Марбери, Ти-Мак и Трейси. Так, тут Дэшон Стивенсон, Мэтьюс. Ну, у нас, в принципе, будет Винс. Давайте Винса, да, поставим на Small Forward. Становится 98 рейтингом. Вот that's my fucking boy. Дэвид Робинсон, которому уже дохера миллион лет. Немного требует, но, в принципе, ему 35, и мне кажется, он падать скоро будет. А ну, за Рона Артеста. Дэл Карри и Дэймон Джонс на Рона Артеста. Бо Аутлоу, Дэл Карри. Мне кажется, Дэл Карри будет каждый. Блин, Стив Фрэнсис было прикольно. Но у нас есть Стефан Марбери. Так, Тим Данкан минус. Пенни Хардуэй минус. Гэри Пейтон минус. Жаль, что Кей Ди нельзя себе. Ой, Кей Ди в смысле. Так, Сабонис. Рип Хэмилтон. Мич Ричмонд. Джоан Хауэрд. Джоан Хауэрд разносил. AI? Что за AI? Можно что-то достать? Тимак и Стефан Марбери.
Йо, можете поміняти Стефана Марбері і Дешона Стівенса на Аліна Айверсона? Чисто, йо, йому тут тільки 25. І перший раунд пік. Блін, ми тільки забрали Стефана. Ну пофіг, AI. AI більш легендарний. AI, іди сюди. У-ху-ху. Аліна Айверсон, подожди, братан, вернись, пожалуйста, на ПГ. Мені пофіг, ти упадеш в рейтинги, но... ти у нас тепер главний PG цієї команди. Йоу! Найс. Так, дальше. Продолжаем в нашем квесте. Все-таки. Мне все-таки надо найти пару форда кота. Так, Milwaukee Bucks, Manning. Майкл у нас с Карлом Мелоном и Джоном Стоктоном в Юте. Интересно. Интересное трио. Так, Бэрон Дэвис, Рики Дэвис. Майкл Стюарт здесь наш стартовый центровой получается. Майкл Стюарт и Брайан Скалабрини на Ламара Одома. Давайте, потом я попробую еще центра найти. Попробуем так. Ламар Одом, давай, камон, в команду нашу залетай. Коучинг, покажите мне коучинг. AI McGrady. Йо, what the fuck? What the fuck, игра. Окей, у нас все нормально, у нас все сохранилось, супер. Айверсон, Макгреди, Винс Картер, Ламар Одом и Антонио Дэвис. Дел Карри, Лафонзо Эллис, Элвин Уильямс и Тайрон Хилл со скамейки. Окей, камон. Тимберволфс. Опять же, Амар и Дел и все пики, что есть. Пожалуйста, скажите мне, что у вас получится. Упс, 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 упс. Фак. Блин, мне надо, значит, AI, Тимака или Винса убирать. А я не хочу это делать. Вообще херово в центре. Так, Trade Finder. Хаким. 30-летний Хаким, у него только 80 оверо. Йоу. What? А чё Акиму 32? И ему он только 8, он 80? И в принципе Дэймон Джонс и Антонио Дэвис за Акима. Еще нам первый раунд пик, йоу. Тарон Хилл и Антонио Дэвис. Так, подожди. Дэймон Джонс или Тарон Хилл? Давайте Дэймон Джонс. Йоу, Аким Олажуан, окей. Ему 32, но нам, в принципе, надо, хотя бы одно чемпионство надо. Мне, я не буду сегодня гнаться за миллионом чемпионств, мне надо хотя бы одно. И, в принципе, йоу, тогда это меняет все, что есть. Аким Олажуан у нас в старте. Йоу, если бы такая, йоу, такая пятерка в реальной жизни, вы что, орете? Это был бы такой разнос кибетона. Начинаем второй сезон, fuck yeah. У нас команда огонь. Сейчас, отвечаю, если мы сейчас не выиграем чемпионство, то такие вообще не понимают ничего в баскетболе. Йоу, уверенные 63-13 мы идем. Мы идем, в принципе, на сколько? На 69 побед? Yes, please. Я готов, чтобы Винс Картер получил MVP. Я готов, чтобы мы выиграли чемпионство. И да, вы же меня сегодня простите, но перестройка сегодня будет немного... Ну, не... Сегодняшняя перестройка будет небольшая. У меня есть много чего делать, плюс надо подготовиться хорошенько к стриму. Фак. Плюс надо хорошенько подготовиться к стриму со Skyhook, который будет сегодня вечером, так что подключайтесь. Ну а завтра мы продолжим уже с более большой перестройкой. Поэтому я надеюсь, мы выиграем сейчас чемпионство NBA. И на этом, в принципе, закончим выпуск. Винс Картер MVP! 25 очей, 6,5 подбора, 8 ассистов, 1,5 перехвата, 1,5 блока. Свят лучше вчера показывал статистику, если честно. Лесли Фелдер у нас новичок года, Хот-Рот Уильямс лучше 6-й. Тим Данкан, защитник года. Йоу, what the fuck? Его лысая голова, что меня напрягает. Бонди Уэллс, most improved. И Ник Нёрс, тренер года. Ну, тренера тут... Окей. Чикаго Буллс у нас первое, против кого мы играем. Давайте посмотрим состав Чикаго на тот момент, что они тут успели собрать. Туркоглу, Джон Старкс, Кали Дривс, Тони Кукоч, Херси Хокинс, Би Джей Амстрек, который... Он вернулся, получается, сюда после этого сезона, или он был реально там? Потому что, когда они выиграли второй трипит, Би Джей Амстронга не было. Кстати, да, я записываю этот эпизод сразу после того, как я посмотрел новые два выпуска Last Dance, так что я посмотрел эпизод 7 и 8,
Капец, мне просто... Чем больше я смотрю этот сериал, тем больше меня мотивирует играть в баскет. И, в принципе, завтра открыли качалку, но в баскет все равно нельзя играть, уже это пососывает просто. Окей, Вашингтон Визардс во втором раунде. В Вашингтоне кто? Нет, там все те же, кроме того, что Майкл Джордан перешел в Юту Джаз, которые закончили 8-7. Но Майкл затащил их в плей-офф против Лейкерс, но хотя они проиграли Денверу и Антонио Макдайсу. Против Майами Хит, которым мы проиграли в прошлом году. Йоу. Алонзо Морнинг. Может, домой пойдешь? Камон. Камон. 4-0, и Хьюстон Рокетс у нас в финале, а в Хьюстоне кто? Стив Фрэнсис, Джамал Машбурн, Чак Персон, Катино Мобли. Йоу, Катино Мобли вообще нормальный тип. Бимбо Коулс, Шенден Андерсон, Кенни Томас, Кевин Кейто, Майкл Карри. Короче, тут тоже команда серьезная. И Аким играет против своей бывшей команды. И мы 1-1, мы 2-1 и 3-1. Еее! Симулируем против Симкастом эту последнюю игру. И мы играем дома, можем закрыть дома серию против Хьюстон Рокетс. И мы это делаем довольно-таки... уверенно. 114-94, давайте я сорвал последние 4 минуты, потому что вам нравится геймплей. И, в принципе, я думаю, после этого мы закончим эту перестройку, потому что у меня нет особо времени сейчас, было особо времени записывать эту дичь сегодня. Вы уж меня простите, сегодня был выходной стрим, но надо было заняться кое-какими другими вещами, но зато, йоу. Перестройки everyday, плюс Торонто Рэпторс, йоу, what the fuck, bro, Торонто Рэпторс, офигенная команда у вас. Мобли с мячом, йоу, Тимак, Айверсон, йоу, дайте мне основной состав, пожалуйста, играй, давай не будешь ты понтоваться. Алис Айверсон, Макгреди, давай мне Винса сюда, дай мне Дел Карри на Ламара и Олажуон, давай, братан, Олажуон, камон, возвращайся. В принципе, Дел Карри тоже поливает. Не-не-не, Мобли, плачина, хорош, от Элиса. Айверсон, не, фак. Мне надо сделать одну очень важнейшую штуку. И это взять Винца. Винца, ну иди сюда. Винца, ну иди сюда. Винца, ну иди сюда. Винц! Ну надо ж сверху ставить, дядя, не гони. Йоу, вот вы просто представьте, что могло было быть, если бы Айверсон, Макгреди и Винц в одной команде. What the fuck? Йоп. Камон, погнали. Винц. Ладно, AI. Ален Айверсон. Киллер кроссовер. Фак, я сильно хочу Винцу, короче, дать. У Алена Айверсона, в принципе, 22. У Винца 21. У Тимака 18, окей. Аламар Одом, Хаким Олажуон, капец. Тот факт, что мы достали Акима. Ален Айверсон, come on, AI. Тот факт, что мы достали Акима, это вообще просто... Это самое лучшее, что я видел в своей жизни. А ну, дайте мне, я хочу попробовать Олажуону. Аким Дрим. Мне пофиг, что ему 32. 32 еще не такой же плохой возраст. А они мне его отдали, тупо... Вообще ни за что. У него только 8 очков, 12 подборов, но... Йоу. Аким Олажуон, несмотря на то, что он офигенный игрок в посте, и у него он один из самых мобильных центровых за всю историю, что типа вообще... И Шакил О'Нил говорит, что он боялся против него играть, потому что он был настолько крутым. Аким Олажуон все-таки был офигенным защитником. Не зря этот тип лидирует в лигу. Он лидирует в лиге по блокшотам за всю карьеру. То есть больше, как Леброн пытается за первое место мунаться, короче, по очкам, так Олажуон на первом месте в блоках. Легендарный тип. Пока я тут играю, как кусок говна. Ламар хорош. Тимак, я вижу Тимака. Тимак. Фок е. Тимак. Эмон. Ай-яй-яй-яй. Ой-ой-ой. Аким, блочина. Камон, that's my boy. Как у него рим-протектор только на серебре? Это на Hall of Fame должна быть дичь. Йоу, мы чисто за этот эпизод мы сделали 2-1. Мы не только оставили Тимака и Трейси и дали им чемпионство в Торонто... Я сказал Тимака и Трейси, Тимака и Винца. И, йоу, what the fuck, у Айверсона шорты, короче, херово. И не только дал, не только оставил этих двоих и дал им чемпионство, а еще и дал чемпионство Алену Айверсону. Йоу, фанаты Алена Айверсона, не благодарите. Он только бы в Торонто Рэпторс вышел, если что. Надо было в Торонто приходить. Вон. Ладно, не будем о печальном. Мы побеждаем чемпионство.
Винс Картер MVP финал. Йоу, Винс Картер это 99 в этой части, типа. Ну, Айверсон будет 91, но мы попустили его на пейнтгарда, он чуть опустился. Но сейчас мы посмотрим на всю статистику игроков, в принципе, за плей-офф и за сезон. Плюс мы посмотрим на их оверолы. Мне интересно посмотреть, что там у Айверсона и Винса творится. И да, сорян за такую коротенькую перестройку сегодня. И в принципе, Хьюстон будет интересным, потому что мы будем решать, что делать с Уэсбруком, что делать с Харденом. И кем их обустроить? Нужен ли им центровой, не нужен ли им центровой? Сейчас это всем, мы со всем этим разберемся завтра. Торонто Рэптос побеждает чемпионство. Винс Картер 24,5 очка, как и в принципе в регулярке. Так, покажите мне такие вещи. В плей-оффе Винс Картер 23, Айверсон 20. Алажуон, кстати, подъехал неплохо. Окей, а в сезоне? Алажуон забил только 13, но на плей-офф Аким подъехал. 24,5 было у Винца, 19,3 также самое было у Айверсона. Айверсон 93 все-таки. Короче, 99 Винц, 93 Айверсон, 93 Трейси Макгреди, Делкари 84, Аким 83, Ламар Одам 85. Йоу, команда вообще просто сильнейшая, йоу. Напишите мне, давайте, напишите мне в комментариях, что вы думаете, эта команда бы сделала в реальной жизни в NBA. Учитывая возраст, конечно, всех. Вот, единственный тип, который у нас в возрасте тут, это Хаким, 32 ему. Но в 32, как мне кажется, это еще прайм не херовый. Так что напишите мне в комментариях, что вы думаете по поводу этой команды. На этом, в принципе, все. Подписывайтесь на мой канал, если этого еще не сделали. Нажимайте колокольчик, дабы у вас были уведомления о моих видосах. Подписывайтесь на мой инстаграм и на группу ВК, где вы скидываете свои баскетбольные хайлайты. И я, в принципе, мы сейчас набираем хайлайты, и чтобы потом у меня было возможность на них проектировать. На этом, в принципе, все. Всем спасибо еще раз за просмотр этого выпуска. Увидимся. Пока.